Вот мы соперника посадили, да, вот смотри тоже туда внимательно. Вот это плечо, чтобы не выходило, если плечо выходит, то мы его уже теряем. Уходи туда, туда уходи. Да, видите, все, мы его уже теряем. Поэтому здесь вот это вот плечо, да, оно у нас заправлено здесь. И если рука здесь, мы забираем руку, идем вот сюда. Заходим, 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 и вот здесь мы его переворачиваем. Вот здесь самый важный момент. Самое важное, когда мы забираем руку, ее надо забрать как можно выше, головой вот упираемся в него, да, в его корпус, да, вот. И здесь пошли ногами, делаем вот этот круг, вот. Идем сюда, и тогда нам его переворачивать легче. Если мы не делаем этот круг, да, вот опять голова вот сюда, руку забираем как можно выше и пошли вот, по кругу пошли вот. Вот оно. Можно еще на раз пойти, да? Еще пойти на раз, еще можно пойти. Если мы этот круг не делаем, что становится у нас? Вот, он взял мою руку, взял и начинает сваливаться сюда. Вот я его ловлю здесь. Вот я его ловлю, ногу взял, и он в опасном положении. Вот с этого ракурса еще. Вот он взял мою руку и делает сразу сюда переворот. Вот я его поймал здесь, вот. Вот поймал, и он в опасном положении. Здесь. Еще запоминаем, когда мы отрываем, один из хороших, лучших вариантов, да, для ноги, мы его сбиваем вот сюда. Вот сюда его сбиваем. В опасном положении. Еще раз. Ага, кому показываю? Смотри, раз! Прошли, сбили, в опасном положении сбили. Но если он не упал в опасном положении на высоте. Стоп. Он не упал в опасном положении. Вот. Вот смотрите, здесь что мы делаем? Мы заходим вот сюда. Вот у нас 2 балла есть уже здесь, да? Вот. Если противник уходит в ту сторону, это наоборот атакуем. Вот там ту ногу выставляем. Еще 2 балла. Если не, еще 2 балла. Если он уворачивается сюда, обратно, заходим опять отсюда. И еще делаем 2 балла. То есть захватываем за ноги. Мы делаем максимальное количество баллов, да? Еще раз. Вот я его сбил. Вот. Не было опасного положения. Вот, руку по без запустил, пошел. Вот он 2 балла. Если противник резко, стоп, вот чуть-чуть на желтую ходить, резко вывернулся, но захват мы не распускаем, плечом передавливаем сюда и пошел через нос. Дальше переходим на скресле. То есть получается, что мы с этого захвата продолжаем работать. Главный шахар, да? И последнее еще сюда добавим, если противник конкретно сел на высоте изнутри, что мы делаем? Мы выходим вот сюда, ногу, ставим вот сюда на стульчик и отсюда его контролируем. Опять та же самая ситуация, только зеркальная. Вот он 2 балла, уходит сюда, опять делаем через нос. То есть захватом за ноги мы делаем максимальное количество баллов. Вопросы есть? Все. Спасибо.